Всем огромный-огромный привет! И у меня здесь небольшая такая закупка на 1220 рублей. И это видео будет состоять из небольших закупочек за эту неделю. А вот решила я, знаете, ну, в общем, не маленькими такими видео выпускать, а просто собрать за неделю такие небольшие покупочки, начиная с 18 июля, понедельника. Итак, что я сегодня купила? Начнем с того, что я купила мороженое. Я была, в общем, в трех магазинах, и в магазине Семишаков я купила вот такое вот мороженое. Золотой стандарт, эскимо-шоколадное, с орешками. 29,99, в общем-то, была его цена. Ну вот, тут, конечно, плохо видно. 119 рублей я отдала за 4 штучки. Здесь 4 мороженого. Также я зашла в Пятерочку. Из Пятерочки сразу покажу. Чек у меня вышел на 758 рублей 58 копеек. Вот кому тоже интересно, ставьте на паузу. Итак, купила я филе куриное. Оно было еще на скидочке. Здесь у нас 701 грамм. Вот. Также в Пятерочке взяла вот это вот мороженое. Петра Холод, стаканчики обычные, ванильные, оно очень вкусное. Собираюсь на днях приготовить пиццу, для этого взяла два вида колбасы. Вот такую вот мясная фирма молочная. Здесь, по-моему, батончики 400 грамм, если я не ошибаюсь. Да, 400 грамм. И вот такой вот сервелат, тоже мясная фирма. Здесь у нас уже 300 грамм. Как я уже говорила, мясную фирму мы покупаем часто, колбасные изделия. Но если покупаем, то выбираем ее, потому что более-менее состав и по вкусу тоже очень вкусно. Также в Пятерочке я взяла вот такие вот нектарины Узбекистан, тоже немножко набрала. Очень они вкусные. И у меня здесь лук, самый обычный, репчатый, был вот такой вот миленький, тоже взяла небольшую такую упаковочку. И последний из Пятерочки — это вот такой вот листовой салат, так как я собираюсь сделать бургеры. А вот, в общем, ну, как бы ужины у нас обычно такие интересные, поэтому что-то такое придумываю. В общем, все мои домашние не против. И еще я была в Магните. В Магните. Сейчас покажу вам чек. Вот, в общем, чек вышел на 441 рубль. И, значит, фокус. Тоже я там купила мороженое. Взяла вот такой вот разное. Магнат. Три штучки. Потом Максидо. Как-то раньше такое покупала. Ну, в общем, решила. У меня такое особо никто не любит. Себе взяла, поэтому. Молоко Эконива 2,5% литр. Которое ультрапастеризованное. Оно, ну, вполне отличное молоко. И два вида перца тоже я купила в Магните. Это вот такой вот долма. Три штучки. Я его хочу нафаршировать. Ну, кто меня давно смотрит, тоже знает, что фаршированный перец в семье ем только я. Поэтому взяла три штучки себе. И вот такой вот появился сладкий перец вытянутый. Я как-то его уже тоже покупала, он очень вкусный, и вот увидела в Магните, взяла две штучки на салатики или что-то приготовим наподобие кисадили какой-нибудь. Вот такая вот у меня сегодня вкусная была небольшая закупочка. Сегодня у нас среда, и у меня новая закупочка небольшая совсем продуктов, и давайте что покажу, что купила. Значит, взяла я вот такой вот батон Оладушкин, первый сорт. Здесь у нас 350 грамм, это немножечко другой Оладушкин, просто тот, который мы покупаем обычно, его не было. И вот стоимость его 26,99. И взяла еще биокефир пискаревский. Пискаревская продукция молочная нам, в принципе, нравится. Здесь 500 грамм, 2,5%, но я его взяла для выпечки. Стоит он 42,99. Затем взяла еще два кабачка. Так, и сейчас сразу вам покажу. Вот кабачки по 49,99. Мне на 22,60 вышли два кабачка. И филе грудки индейки. Вот за килограмм
Вот вес, и у меня все это вышло на 469,25. Вот. У нас индейку активно Марсель ест, поэтому стала часто покупать индейку. И последнее это яйцо куриное S1 десяток 40 рублей. Я брала в красно-белом, и в общем чек там почему-то не дали. Вот такие вот у меня сегодня небольшие, но нужные покупки. Сегодня у нас пятница, и у меня еще одна закупочка продуктов. Здесь в основном овощи и немножечко фруктиков. Вот. И по ценам сейчас тоже скажу. В общем, закупочка мне вышла где-то в районе 700, наверное, рублей. А вот, значит, давайте сразу вам покажу чек. Первый из пятерочки. Вот так вот. На 465,93. И потом я еще вспомнила, что не докупила зелень. В общем, купила зелень ассорти за 99,99. И в магните я купила персики на 79 рублей. Вот здесь и вес, и за килограмм. И кто писал мне в комментариях, что лучше пишите сразу цену, то, ну, извините, многие пишут, что им нужно и за килограмм, и за объем, поэтому, ну, всем не угодишь, поэтому я показываю чеки, там, по-моему, вся информация есть, и, в общем-то, и тем, кому нужно именно по факту, сколько я заплатила, и тем, кому интересно именно за килограммчик. Ну, и давайте покажу, что же купила, уже как показала это ассорти. Зелень 99,99 здесь, укроп, петрушка и лук. Яйца я купила в красно-белом 39,90, чек у меня куда-то потерялся, две упаковочки S1, неплохие там яйца и по цене очень даже хорошие. Короткоплодные огурчики, вот такие вот, взяла целую сеточку, они были очень даже хорошие, взяла в этот раз на развес, наконец-таки на развес появились хорошие огурчики. Творожочки глазированные, которые я вам уже показывала. Их было больше, просто дети уже растащили. Ну вот, в общем, в этот раз взяли снова вот такие. Здесь у меня два томата розовых. Хотелось, конечно, взять побольше, но, как всегда, выбора особо не было. В общем, какие-то они не очень были. А также взяли сеточку персиков. Они такие прям ароматные, надеюсь, будут вкусные. Еще из помидорок у меня здесь вот такой вот зеленый стандарт. Это коктейльные розовые томаты. Здесь 350 грамм. Такие я не помню, пробовали мы или нет, но я думаю, они будут вкусные. Брокколи. У нас в пятерочке появилась свежая брокколи. Вот взяла одно такое соцветие. У меня Алиса с удовольствием будет кушать, и я тоже. Ну и Марсель у нас тоже обожает брокколи. Так что да, вот он у нас любит все такое нестандартное немножко. В этот раз взяла вот такой вот хлебушек. Так, ремесленный хлеб, солнечный, с семенами льна и подсолнечника здесь, 350 грамм. Такой хлебушек я, по-моему, как-то пробовала, но думаю, он будет вкусный, с семечками всегда все вкусненькое. И обычная капуста белокочанная, которая новый урожай. Я ее и тушу, и так салатики делаю с капустой, поэтому в последнее время часто покупаю капустку. Ну и вот такая вот закупочка у меня вышла. Как я сказала, сегодня у нас пятница. Я думаю, что больше, наверное, до закупок у нас на этой неделе не будет. Поэтому на всякий случай хочу с вами попрощаться, пожелать вам всего самого-самого доброго, светлого, позитивного. До новых скорых встреч. Пока-пока.